продолжение рубрики «Ремонт дороги Кривой Рог Днепр». Сегодня 26.11.2020 года. 26 ноября. Ремонт продолжается. Тут делают следующий кусок. В районе 80 километров от Кривого Рога. Делают правую полосу, она пока закрыта, снизу по левой. Тут ремонт идет полным ходом. Ложат новый асфальт, как зеркало ровненький. Ориентир получается недалеко от поворота на Киев, где пост ГАИ. Немножко старого асфальта. Тут уже получается все делают. Дорога перекрыта. Срезают старый асфальт. Вы чувствуете разницу, как стало приятнее ехать по старому, да?